Всем привет, друзья, это Илья. Полетаю в Брюссель, авиакомпания ТУИ. Завтра уже буду в Брюсселе. Я прилетел в Евросоюз, нахожусь в аэропорту Брюсселя. Меня поразил такой факт. Здесь продается водичка, видите, люди, и нет продавца, нет никаких касс, вы просто берете воду с правой стороны и кладете 1 евро вот в эту вот коробочку, как это делают люди. Все построено на доверие, это на самом деле очень здорово. Еще в безнравственной Европе в аэропорту можно поиграть на фортепиано. Если уверен, что можешь, почему бы и нет? Should the air pressure in the cabin decrease, an oxygen mask will appear automatically above every seat to activate the flow of. Все-таки архитектура Чехии как-то мне ближе, чем архитектура Мексики, Мехико-Сити. Сначала была идея взять Pro, но вот эти вот три камеры, вот эти вот три комфорки. Привет, друзья! Документы на нашу компанию, это кадровое агентство. Через 2 месяца получим полноценную лицензию, сможем помогать людям трудоустраиваться на прямые контракты сюда, в Чехию, на всю территорию страны. Сегодня мы помогаем через Польшу, то есть вы трудоустраиваетесь в польской компании, дальше переводом вместе с бригадой людей, работников, едете в Германию, в Чехию, в Швецию, в Норвегию и так далее. После того, как мы получим полный пакет документов, начнем отправлять уже на прямые контракты, но нам потребуется некоторое количество времени, чтобы настроить прямые контакты, взаимодействия с работодателями. Это фабрики, заводы, предприятия, может быть, какие-то бизнес-идеи, инвестиции и так далее. Так что, друзья, ждем позитивных новостей. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал. Пока.